Главная особенность фестиваля – все участники и организаторы ведут здоровый образ жизни и продвигают его в течение многих лет через эффективные молодежные форматы. К мероприятию начали готовиться 3 месяца назад, еще летом. Вот. И как видите, хорошо, что начали готовиться летом. Сегодня летняя погода, нас как раз солнышко радует сегодня весь день, поэтому все замечательно. В фестивале «Победа жизни» принимают участие люди, уверенные в том, что можно изменить себя и мир к лучшему. Акция проходит в Одинцово уже не первый год, и ее масштабы только увеличиваются. В этот раз на центральной площади работало много интерактивных площадок – брейк-данс, битбокс, скалодром и граффити. Каждый мог найти занятия по душе. На центральной площади также отобрали и лучших спортсменов Московской области по воркауту. Ребята показывали себя в батлах. Около 400 посетителей фестиваля приняли участие в сдаче нормативов ГТО. Было сто ночь, подтягиваться, отжиматься, качать пресс и все. Этот фестиваль не только пропагандирует здоровый образ жизни, но и... К нам приходит сообщение, что спасибо вам за такие движухи, здесь я встретила свою девушку. И нам очень приятно, это не было целью фестиваля, но как побочное явление, нам очень приятно быть значимыми в судьбах людей. Вечерняя программа фестиваля была не менее насыщенной. В фойе волейбольного центра работал трезвый бар, в котором можно было выпить традиционный китайский чай и попробовать уникальные хвойные коктейли. Желающих было хоть отбавляй. Чтобы насладиться напитками, нужно было отстоять приличную очередь. В волейбольном выступили известные в рэп-кругах исполнители, в том числе и хедлайнер фестиваля группа «Грот». Большим сюрпризом для всех стало шоу от чемпионов России по велотриалу. Ребята выполняли порой настолько опасные трюки, что захватывало дух. Максимально пытаемся участвовать в этом и со стороны идеологической, и со стороны вдохновителей. Пытаемся как-то подбодрить. Фестиваль зарядил гостей позитивом и энергией. Многие отметили высокий уровень организации акции и выступлений приглашенных участников. С каждым годом фестиваль «Победы жизни» набирает обороты. И как мы с вами можем наблюдать, свободных мест сегодня просто нет. Такие мероприятия повышают интерес к спорту, пропагандируют здоровый образ жизни и показывают, что весело может быть и без алкоголя. Дарья Судягина, Леонид Курдин, телекомпания «Одинцово».